Массовое ДТП произошло в районе Кряжа около половины 11 утра. На большой скорости Hyundai Genesis врезался в стоящий на светофоре на Кряжском шоссе автомобиль «Лада Гранта». От удара отечественную машину вжало в стоящий перед ней Kia. Обе вылетели на перекресток с улицы Утевской. После удара Genesis по инерции пролетела за остановку на Уральской и протаранила дерево. По предварительным данным, двое мужчин из «Лада Гранта» скончались на месте. Один из пассажиров Kia умер по дороге в больницу, второй находится в реанимации. По словам очевидцев, оба военные. Как сообщил предполагаемый виновник ДТП, он потерял сознание. Очнулся уже, когда иномарка остановилась. На место прибыли наряды дорожной инспекции, скорая помощь и спасатели. Людей из покореженных автомобилей пришлось извлекать с помощью спецсредств. Вот что рассказала нашей съемочной группе очевидица событий. Женщина успела перестроиться в соседний ряд за полминуты до происшествия. Я так понимаю, что ему было плохо, потому что изначально я выезжала с Волгаря, и он тоже выехал оттуда, сразу встал на мосту. Ну, то есть очевидно, что человеку плохо, просто так он на мосту не встанет. И женщина, которая за мной потом стояла на светофоре, она как бы подтвердила то, что он стоял на мосту, она тоже его объехала. И потом он пронес мимо меня на огромной скорости. Как я понимаю, он отключился, что ли, потерял сознание.